Они уже, они приезжают, выходят с электрички, уже неадекватно. Понимаете? То есть они, это же не, вот мое личное мнение такое, что эти ребята не приехали музыку слушать, вот эти, которые с оружием приехали. Так ведь? Вот чего бы я, на нашествие не пройдешь с оружием, так ведь? Это приехали чисто гастролеры, которые, это мое мнение, приехали гастролеры, которые с целью с какой-то, правильно? Еще фондовый, не кирпичный, все. Человек был вообще спокойный, уравновешенный. От него слова плохого не услышишь. Вот так вот судьба подкажет. Мы все это таксисты. Ну кто с лицензиями, кто, как говорится, без. У нас в основном вот лицензионный, вот как Иван Иванович, я. Ну а другие время от времени просто подрабатывали. Когда свободное время. И вот нашествие вот это случилось. Скажите, а вы были вот в тот день, когда он... Нет, меня в тот день не было, я сразу был в Москве, я приехал вот утром в субботу, вот мне уже сообщили. А по обстоятельствам что вам рассказывали? Ну, то, что здесь ходили какие-то непонятные люди, их никто не сажал, и в итоге вот Вячеслав их взял, а через какое-то время вот нашли, вот где около речки Дойбицы, машина стоит, а там кто говорит, что он сам... На переднем сиденье сидел весь в крови. Кто говорит, что уже позже, что машина в одной стороне дороги, он в другой стороне. Ну, выстрелом в голову, в затылок. Было, когда на похоронах были, видно было. Очень тяжело для нас, для всех, кто давно знал. Просто. Семью, наверняка знали семью хорошо. Ну, скажите, что семья, жена, дети, может быть? Не, ну сын взрослый уже, чуть 30 с хвостиком. Работал раньше тоже он в органах. Сейчас он где-то в охране работает в Москве. Ну, супруга, вот один ребенок. Ну, буквально так, вот перед этой вот трагедией 2 недели ему исполнилось 55 лет. Далась ему эту, вот, как говорится, машину сделал перед самым вот именно нашествием. Для этого она в ремонте несколько дней стояла. Вот, он сделал. Специально готовился к нашествию? Да нет, так просто вышло. Так просто вышло.